Я хочу еще раз все-таки подчеркнуть это. Я говорил, но мне очень бы хотелось, чтобы вы меня услышали все-таки в конце концов. И донесли это до своих читателей, зрителей и пользователей в интернете. Но вы понимаете или нет, что если Украина будет в НАТО и военным путем будет возвращать себе Крым, европейские страны автоматически будут втянуты в военный конфликт с Россией. Конечно, значит, потенциал Объединенной Организации НАТО и России несопоставим. Мы понимаем. Но мы также и понимаем, что Россия одна из ведущих ядерных держав, а по некоторым компонентам по современности даже многих опережает. Победителей не будет. И вы окажетесь втянутыми в этот конфликт помимо своей воли. И вы даже не успеете глазом моргнуть, когда будете исполнять пункт 5 Римского договора. Но господин президент, конечно, не хочет этого развития. И я не хочу. И я не хочу. Поэтому он здесь и находится, и мучает меня уже 6 часов подряд.